Всем привет! Добро пожаловать на мою кухню! Сегодня предлагаю вам приготовить очень интересный и вкусный салат. Готовится просто, быстро. Что же нам понадобится? Мелкий картофель, 0,5 кило, 200 грамм соленых огурцов, 150 грамм тонких сосисок. У меня маленькие, ничего страшного. У вас могут быть это обычные сосиски, но не сардельки. Также половинка репчатого лука понадобится. 1 чайная ложка острой горчицы, 2 столовые ложки майонеза, обязательно уксус 9%, черный молотый перец, соль. Картофель необходимо отварить в мундире. Я нарежу лук тонко полукольцами, залью его уксусом и пусть он маринуется до тех пор, пока я не начну соединять все ингредиенты. В этом салате необходимо все нарезать крупно. Картофель на 4 части и затем кубиком. Огурец пополам и нарезаем. Сосиски точно так же пополам и нарезаем. Затем все соединяем. С лука сливаем уксус. Также добавляем к нашим ингредиентам. Подсаливаем, подперчиваем. Отдельно в тарелке горчицу соединяем с 2 столовыми ложками майонеза. И только тогда, когда уже при подаче, я буду заправлять салат. Ну что ж, давайте приступим к приготовлению.